проверил. Топорик взял. Надо найти место для базы. Поровнее. Где-нибудь подальше. На эти штыки повытаскивать. А топор ломается он, нет? Не, вроде он вечный. Вечный, отлично. Значит, можно свой сделать. Берешь палку, камень и веревка нужна. Веревку можно сделать из вот этих лоскутков одежды. Короче, надо подобрать ее. Что-то там кто-то кашляет. Learn basics of survival. О. А ты уже попадал на эту базу к этим дикарям, каннибалам? Ну, там первый раз дают сбежать легко очень. Mm-hmm. И, в принципе, можно совсем как бы не попадать никуда. Mm-hmm. Это нетрудно прятаться. Ой, блядь, а дерево тебя убивает, нет? Да, оно повреждения дает теперь. Новым апдейтом. А эти нельзя так схватить? Надо веревку сделать. Короче, бревна не складируются, да? В инвентаре. Как в некоторых играх. Бля. Ну чё, мы все добыли? Так, сейчас я кое-что сделаю. А, ему не нравится то, что он жрет. Вот я понял. Дроп. Веточек надо собрать. Обкрадываю у наших пассажиров. Так. Тут у нас и да, блин, как присаживаться? Контрол, по-моему. Да. Надо, наверное, где-нибудь у воды расположиться. У тебя есть палочки? Иди сюда. Я добываю еду. Понятно. Из этих. Из багажа. Что там было еще? Палочка, палочка, еще одна палочка. Одну палочку дай. Сюда. О, бля. О. Сюда сбрось. Буква Е. Это И. Инвентарь и комбайн. Построить, подходишь к объекту и Е нажимаешь. Надо достроить этот фильм. О, Сирика. Теперь можно бревна сюда погрузить. Сани. Кнопкой С. О, ничего. Там еще где-то было. А нет этого быстрого доступа к инвентарю? По-моему, нет. Надо изучать этот вопрос еще. Опа. Так, куда поедем? Надо базу где-то отметить. Пошли так, прогуляемся, потом. Вдоль берега пойдем. Может быть, площадку удачную. Так, надо. Надо дерево загрузить. Оно нам пригодится. Там еще одна деревяха. Вау, туда пойти направо.
чем там? Покатый берег такой. Так, у меня места нет больше. Давай иди вперед, я за тобой. Где спуститься-то? Где? Так, я тут забуксовал. О, а тут эти дикари. Не, к дикарям не пойдем. Ты не ходи через камни, а то я там не пройду никак. А, там не спустимся. Так. О, площадка. И тут рядом поселение дикарей. А, это они уже. Пошли всех убьем. Пошли их ограбим. Ну, а здесь оставим эту фигню. Тут цветочки можно подбирать. Оранжевые пригодятся. Тут, короче, собирай тряпки и веревки. Веревки в этих лежат. Или могут выйти, а могут не выйти. Ой, я видел, снял виселицу. Еще о, веревочка. Одна тебе, одна мне. Ой, подбирай. Ты не подобрал веревку свою. Че? Сейчас так, ну вон висит же. Где? Вот прямо перед ней стою. Не видишь? Я ее собрал уже. У меня нет ее. Да? А, ну она у меня до сих пор висит. Странно. Десинхронизация. Оба, дикарь. Право от тебя. А вот прямо ты на него смотришь. Да-да-да. Вон он. Мать, сука. Блин, ты крепкий. Оп! Yep. Устроили Аллах Акбар ему. Не меньше. Так, ой, что это есть? Какую-то можно, гадость, да? Съел. Так, ладно. О, здесь нам больше делать добра. Нечего. Бутылки подбирай, если выйдешь. Из них можно взрывчатку делать. Ты где вообще? Я здесь. А. Так, пойдем, наверное, дальше. Да. У меня палочка не помещается. Ну, пить хочу. Как мне попить? Буз сода. Дринк. Левая кнопка, да? Так, нам надо срочно найти место для базы. Смотри. Rainbow. Rainbow. Надо это. Чтоб с одной стороны было естественное препятствие. Нужно, чтобы лес был рядом тоже. Да. Иначе мы строиться долго будем. Ну-ка иди сюда, птичка. О, ящерка. Иди сюда. О, вали ящерку. Пригодится. Всё, нету ящерки. Тут и эти кролики бегают. Кролики. Тоже тупые. Иди сюда, иди сюда. Идь, идь. Он меня второго увидел. Чё-то я, блин, запутался эти кролики. О, птичка. О, кролик. Оп! Эп, эп. Маленькая сука. Так, из двух кроликов можно сделать этот сам мешок. Короче, шкуру кролика берешь два раза. Получается сумка волосатая.
Вот сколько тут варанов. Так. А вон, наверное, здесь надо базу сделать. Вон тут водичка. Лесик рядом. Я к тебе иду. Да вон, спускайся вон здесь. Иду. Можно прямо в глубине леса сделать. Ничего страшного. Главное, чтобы площадка была понятная. Без всякой фигни. Тут заманался уже эту каретку таскать. Сейчас выпью что-нибудь. Так. А, здесь будет супер-пупер сыр. Ну что, вон там, может, поставим? Да. Вон вижу. Там слева от меня. Я не вижу где-то. Надо спуститься, вот, короче, за рекой туда. Оп. Нифига себе, я упал. Ой, б, а нет. У меня телега больше не берется. Ой, там. Не могу ее взять. Еще расчистить место. Можешь попробовать ее катать? Да. Кнопка Е тут берешь? А, у меня он не берет. Не берет? Ну тогда придется взять с нее это все. А, то есть она вообще что ли умерла? Блин. Ладно, пошли тогда вон туда, на тот берег, и фиг с ним. Небо чистое, но при этом типа дождь. Так вот, давай здесь поставим базу. Да? Так, сейчас я поставлю то, что нам надо. О! Ставлю. Хопа. 13 бревен надо. Топор скрафтил? Нет. Короче, камень нужен. Камень, палка и веревка. И он быстрее рубит, чем вот этот аварийный топор. Там на 4 или 5 ударов меньше надо. Ну-ка. Палка, да? Палка, камень и веревка. Что дальше нажать? Ну и выбирай ее из инвентаря, когда скрафтишь. А, не скрафтилась. Она сложилась, ну короче. Блять. R. Ну я нажимаю. А, правый. Юзабилити просто вообще. О, нихера. Интересно, в какую сторону оно пойдет теперь? И в ту. А
мочить их тоже лучше этим топором? Ну, вообще-то оно медленнее работает. Мочить лучше этим аварийным металлическим топором. Ну, это я так думаю. Скорее всего, так. А лук ты делал, не? Слушай, а вон там что-то рядом, по-моему. Че? База ихняя. Ну ладно. Мы их прогоним. Так, что там еще? 6. 4. 4 деревяшки надо. Кстати, тут сейвиться можно и как бы потом продолжать. Так что, не напрасны наши труды. Майнкрафт с каннибалами. Так, я сейвлюсь, короче. Давай. Блять. Так, во, все, засейвилось. Сейчас я еще тут пару построек сделаю, а ты дополняй. По мере возможности. Что-то я потерялся. Так. А че это? Бревно? Да, бревно надо бросить пока. Оно не годится никуда сейчас. Там палки нужны. А как палки делать? А, короче, они валяются в лесу просто. И можно рубить всякие тонкие деревья. Из них две палки вываливаются. Типа вот это, да? А что не рубится ничего? А, не рубится. Так, мне надо что-то поесть уже. А поесть у меня... Есть, конфетка. Так, надо уже костер сделать, блин. Костер, костер, во. Сейчас будет, будет нам. Где покушать, приготовить. О, это же тут лосить. А их постройки не разрушаются? Так сказать, показать, кто тут альфа-самец. Так, молотов коктейль умеешь делать? Да. Нужно совместить бутылку и тряпка. Бутылька и тряпка ещё. Так. Но у меня нет бутылька. Нет? Нет. Я сейчас тогда поделюсь. Но... Надо построить одну хреновину. Там пидоры, подожди, я слышу пидоров. Где? Ну где-то было такое. Может это был я. Превращаешься уже. Так. Надо костер быстренько доделать, а то мы тут что-то расслабились. Надо камни найти. Да, но хер мы найдем в такую темноту, поэтому спать. Я пойду спать. А я что выжил? Не знаю, сейчас так. Где тут? Защищаться. А что-то она не дает спать. Это, наверное, только в синглплеере. Типа давай, блин. У тебя камней нету в инвентаре? Ну, я был. Нет, был. Нет. С черепа. Вон камень валяется, его поднял и чё, и как-то... Не, нам нужны большие. А, маленькие-то валяются, это да. Пойдем искать тогда. Холодная ночка будет. Че, тут замерзнуть можно, да? Ну, мы уже мерзнем вообще-то. А это какой индикатор?
Правый синий. А, он по краям экрана у тебя, видишь? Не, у меня пока ничего нет. О, я один камень нашел. И второй. Ты не нашел ни одного? Нет. Оба, олень. Надо оленя завалить. Боевый топорик. А, убегает. Еще немножко. Перехватываю. Все. О, еще один. И сюда. Эти, эти. Так. Все, пошли костер делать и готовить жрачку. Короче, жрачку выбираешь в инвентаре и потом нажимаешь C на костре, чтобы бросить ее в костер. Так, выбираю, буду готовить варана. Сейчас она, короче, надо не отходить, надо подобрать, когда она приготовится. А иначе? А иначе она выгорит и, короче, все на смарку, еда. Сучка. Сейчас вот она уже приготовится. О, появилась. Е. Ит. Ел. Все. Так, все у нас тут ветки. Надо веток достать. Это, конечно, коллизия какая-то странная в игре. Воу. Воу, костер, палец. Что-то... А, я горел, наверное, да? Уже тут хорошее место, блин. Живность всякая бегает. Можно на нее капканы поставить. Живых кроликов будем. Блин, брать. Так. Ты не хочешь попробовать Do Not Starve? А, что? Ну, есть тоже этот. Игра такая, Do Not Starve. А, не. Не знаю. Пока. Так, короче, вот сюда можно бревна складывать теперь. А потом брать. Что я рублю эти сраные кусты, не кот еще за это все. А кусты, короче, дают траву, чтобы разжигать костры там. Mm. Еще тут растения всякие полезные лежат рядом. Вот, например, это. Тебя видно? Ну, вот это вот передо мной прямо. Плюсиком. Их можно потом тоже крафтить в инвентаре. Mm. Там всякие лечебные травы. Я сделяль. И что это такое? А сюда, короче, камни и палки сбрасывать. Вот левый это палки, а правый это камни. Запас нужен. Так. Давай забор поставим, что ли? Давай. Вообще не. Надо сначала капканы сделать для еды. Будем кроликов ловить. Кролики. Так. Его. О. Вон есть лог-кабин какая-то вообще охуенная большая. Hunting shelter. Это что за говно? Слушай, что-то у меня весь мой персонаж в крови. Пойду-ка я искупаюсь нафиг, а то заражение какое-нибудь словлю. Охуенно. Defense spikes. Wood target. Охренеть. Газиба даже можно сделать. Ой, блядь. Газиба. Ёбаный насос. Сука.
что такое? Меня напал. Ааа, меня убили. Сейчас я иду. Пересрался. Подожди. Нахер весь. Я тебя откачаю, наверное, подожди. Он тебя что, утаскиваешь что-то? Написано, they survived 0. Ой, опять ты где? А я опять появился в этом. А, ну ты беги сюда, короче. Так, я твоего обидчика завалил. А, блядь, страшно. Что это? Надо в такие игры по ночам играть. Приобретает особый смысл. Блин, у меня даже этой сраного топора нету выживательного. Бля, ну ладно. Ну так ты скрафти из этого самого. Похуй, главное добежать, короче. Бля. Что-то мы далеко, конечно, упиздрячили. Сука, я опять убился. Ёб твою мать. Пресс Е. Hide in bushes to escape from enemies, написано. Слушай, а там, где я умер, там же сохраняется мой инвентарь, да? Или нет? Вообще, я не знаю, как оно в коопе работает. Может быть, инвентарь остается. Слушай, так-то видно, он где я умер. Ну, то место. Тут вороны наглые ползают. Бери, не хочу, называется. У меня есть топорик. А утонуть можно? Да. От усталости. Бля, ты че не всплываешь? А. Hungry. Find something to eat. Оба, к базе пришли черти. Ну я типа иду. Давай, давай. А здоровье это вот слева, да, красное? Да, бродят вот там. Чё, пидоры. Где мой трупак-то? Съели кролики. Кролики. Сам видео удивился очень. Сука, кровожадно. А где мой... О, бежит, бежит сюда. Вон. Пошел нахер. Не подходи, он горит. Он сейчас умрет. Давай, о, еще второй идет. И еще один. Двое. О. Пидоры. О, это ж баба. Была баба. А теперь это зомби. О, зубы есть. О, еще один. Слушай, у меня так скоро бутылки зажигательные. Слушай, их там целый отряд идет. Ёпт. Смотри, он. С фонариками нас ищут. Ой, блин. Заходи в дом. Бля, все, я застал. Ой. Ух ты. Что происходит? Я их отгоняю топором. Где мой пулемет? Все, нахуй. У тебя нет совсем бутылок? Да у меня я вообще печара. У меня 6 зубов у меня есть. Короче, мы сейчас... Оба-на, ты посмотри, что они творят там. У них там вечеринка, я смотрю. Оу! Пидор! Ёб твою мать! Ёб отходи, твою отходи. Мать! Пусти в дом.
Уберитесь. Так, надо срочно что-то делать. Давай полицию позвоним. У тебя телефон есть? У меня 2600 часов Team Fortress, я вас не боюсь. На, блядь. Сука. Ух, ёб твою мать. А это можно разрушить самому, нет? Да, вообще немножко она разрушаемая. Бля. Но её и починить можно потом. Слушай, тут какой-то придурок, он бегает. Наверное, сейчас вернется к нам. Где? Он туда побежал. Так, нам надо строиться, блин. Такие черти нас отвлекают. Ой, ёб твою мать. Ты сюда, блин. Сука. Что, прибежал кто-то? Баба какая-то. Я ей отрезал ноги, чтобы она не убежала. Так, так надо бы тут... Я голодный. Так приготовь там. Нет. Полно же вокруг живности бегает. О, иди сюда. Ну ладно, сюда бежит. Мудачок какой-то вокруг камня бегает. Ай, помоги. Где это? Я не вижу, где ты вообще находишься. А, о, вижу. Так, все, я его убил. Знаешь, что я вижу? Кролик, короче, загорелся и бегает. Да, бывает. А чё он не умирает? Да блин, сдохни, тварина. Ты мать твою. Ладно. Там. Так, мне палок надо дофига. Сейчас все будет. Сейчас я кролика сожру только. Слушай, мы прямо рядом с их базой поставились. Я же говорю, сейчас они поймут, кто тут. Альфа это. И омега, блядь. Думаешь, они нас зауважают? Конечно. Короче, тут тряпки ищи и ломай вот эти постаменты. Тут, короче, тряпок дофига. А умереть с голоду можно? Можно. Ты умираешь с голоду. И это печально. А водичку можно попить с этого прям? Да, из реки, по-моему, можно. Что можно сделать из черепахи сбор? Пойду так. Попью. Короче, водоем не писать, я оттуда пойду. Мне палок надо побольше. Не, он с водоема он нихуя не пьет. Ну, вроде... Алло, была раньше такая возможность. Ну вот я в воде стою там. Что-то не хочет. А, вот сюда подойди, может быть, из этого водоема попьешь. Mm-hmm. 10, короче, есть. Да, из него точно можно пить. Я только что выпил, и мне плохо. Попей и ты, да? Да, попей и ты, но жажду утолил. Вон там, короче, смотри. Наверное, пить туда... можно, но вредно. Наверное, племя там писало тоже. Лучше всего дождевую воду собрать, но нам надо черепаху найти где-нибудь на берегу. А так, блин, палки нужны. Тащи все палки, которые найдешь на базу, а я оттуда подберу. Так. Блин, жаль нельзя. А постройки разрушаются? Да, разрушаются. Некоторые.
Обычно, если звук есть, значит она разрушаемая. Звук удара, да? Ну да, там повреждение какое-то. Так. О, я больше не могу нести. Так, я одну ловушку построил. Нужно еще. Воруй, убивай. Опять кролик сгорел в костре. Оба, к нам черт пришел. Помоги его задолбать. Вот здесь. Ой, вижу. Мочим. Давай, обходим его. Как он быстрый-то, а? Нихуя себе. О, зубы, зубы собирай. Сразу чистый такой стал, короче. До этого был грязный тёплый. А чё, его пожарить можно? Так, надо поставить хранилище для кроликов. Хранилище. Угу. Кроли-хранилище. Есть такое. Кроли-хранилище. Я вот не понимаю, эти дебилоиды, которые, ну, жрут других людей, они как вообще жили до того, как мы разбились-то? Это надо устроить допрос. Я предлагаю взять живого. Живого? Ага. Просто... Непонятно, логика. Разыграем хорошего, плохого полицейского. Он нам все расскажет. Я буду кидать в него камнями, я буду хороший полицейский. Так, куда? Оба, мы что-то поймали, походу. Ловушка захлопнулась. Он там, видишь? Не. Ага. И чё там? Думаю, никого. Только бомжара он лежит. Да. Оп. Так, надо ее заново как-то открыть. О. Короче, чем больше ловушек будет, тем лучше. Так, палок нужно очень много. Да, стараюсь. В основном вот здесь они все. Что происходит? Алоэ вера. Ну давай сожрем. Конфлауэр тоже сожрем. Из алоэ вера там можно крафтить. О, у меня чуть-чуть лучше стало. Да. Блин, найти бы какую-нибудь животину, что ли. Так, еще надо водички дождевой приготовить.
Ой, какую-то херню построил, что это такое? Сюда, короче, вешать можно еду, кроликов всяких. Потом, ну, подбирать их, они высушатся. Можно так делиться едой. Горящий кролик один, он бегает. О, кролика поймали. Не, вараны. Где? О, смотри, внутри варан. Ну, теперь, короче, надо замочить и приготовить. Блин. Пойду жрать. Давай. Ты не хочешь? Не, я вон откуда-то попил недавно. Не помню, откуда. У меня уже все, по-моему, силы закончились. Богатырские. Так надо хотя ой, бы здесь... Ой, блядь, опять эта хуйня тут бегает. Это какая? Баба какая-то. Давай окружим ее. А, вон. Так у меня сил мало. Лучше я поем сначала. А то она меня одолеет. Её пока там подразни. Пытаюсь. Ой, блядь. Иди сюда, пизда. А, она загорелась. Ну, вообще-то, по-моему, это не я ее убил. Так. Чоп-чоп. Оба. Варан. Чоп-чоп. Так, еще черти идут. Черт. Двое. Со стороны базы. Твоей. Вы че там респауните, что ли, пидоры, блядь? Он на меня. Оп! Оп! А второй убежал. И третий. Они вон в лес куда-то бежали. Наверное, самые храбрые. Они нам конкуренцию здесь не составят. Наверное. Интересно, дай лайт будет скидка, нет? Хвалят. Так, что-то там ловушка опять захлопнулась. Почему я ни хера не захлопывается? В прошлый раз показывал, она тут была, короче. О, кролик. Открытый таки осталось. Один кролик живой у нас в ловушке. Что это нам дает? Ну, можем его размножать. Еда, которая будет всегда наготове. Как в холодильник, короче, я его положил. Свежая еда. Свежая крольчатина. О, тут валяется кролик чей-то. Ты не нужен? Не. Я слышал, у меня он тут, короче, бегает просто огонек. То есть, наверное, невидимый кролик какой-то получился. Наверное. Ой, я слышу, какая-то хуйня забывает. Ну, стенку построим. Там камни нужны. Чем больше, тем лучше. Оба, опять эти уроды бродят. Рядом с базой. Так, я тебе помогу, бревна. Две штуки притащу. Нифига себе, я тут кадр заметил. Короче, ящерица по воздуху ползет. Жесть. Я теперь спать не смогу. Я сейчас умру от того, что я горю. А, нет, нет.
Так, не знаю, что съесть-то. А нечего. А зачем мне нога вот нужна? Вот нахера она. А, ей можно драться, да? Сейчас. Ей надо бегать. Да. Ускорение. Это где эти пидорасы? Кого-нибудь хоть замочить, что ли? О, кролика замочу. На. Где он? Кролик. Да сраный кролик, куда побежал? А из черепов что можно сделать? А там, по-моему, можно какой-то вид оружия какой-то сделать. Там совместить его с палкой и веревками, по-моему. Ну, польза есть какая-то. Даже от ноги есть польза. Ломай их постройки. Ногой. Очень удобно. Реализм. Как здоровье? Сейчас я им тут устрою ловушку. Я, а как здоровье? Чтобы им весело было. А? Да? Как здоровье восполнить? Ну, таблетки можно сожрать. У тебя есть в инвентаре? Да. Такие вот в беленькой упаковке там. Так я же все профукал. А, уже профукал, да? Ну, как надо найти базу этих. Или на берегу поискать. Я вот на берегу видел. Такие штуки бывают. Короче, в двух местах бывают. В ящиках всяких там. В чемоданах, то есть. И на базах, и на берегах. О, у меня есть зажигалка. Три сап. Life of Fires. Rabbit Fur. Что бы такое сделать? А, кстати, попробуй еще скрафтить вот это алоэ вера с какой-нибудь другой травкой, с которой крафтится. Угу. И у тебя получится лекарство модельное. Еще траву хоть какую-нибудь полезную. Кстати, у меня ноги такие страшные еще. Ой, я нашел океан.
Океан, океан. Олень! Бомби. Да, блин, я пытаюсь его это ногой замочить, не получается. Сука, иди сюда. Он в камень убежал. Вообще нечестно. Так, ладно. Кончились игры. Да их тут целое стадо, нихера себе. Идем сюда. Так. Опа, камешек. Морская звезда никому не нужна. О, акула плавает, нихера. Вау. Иди сюда, Бэмби. Бэмби, Бэмби. Сука, убежал. Приколи, здесь акула есть. Да, лучше там не уплывай никуда. Блядь, что кто-то орёт. Короче, опять пересрался весь. А, боже. Съебатора включаем. Вообще очень интересно то, что эти олени могут пропадать в камнях. Да, это баг древний. Ничего с ним не поделать. Короче, моя мини-экспедиция не увенчалась успехом. Кушать будешь? Различательно. Эй, не голодно. Просто умираю. Че, эти пидоры сейчас опять набегут. А еще тут иногда рандомно появляются какие-то места с подсветкой, короче, красные. И они перемещаются. Тут у меня, конечно, волнует очень сильно сейчас. Да, это есть. Так. О! Так, я там ловушку поставил, короче. И че? Чтобы эти козлы на нее. Подали. Значит, себе топорик сделаем. Блин. Комбайн. Это. И это. Что получилось? Ни хера не получилось. Оба-на! Че? Напали на меня. Ой, ёпта. Ты меня так не пугай. Вот собака убежал. Короче, я закроюсь. Мне, короче, ломили челюсть. Где? Хочу же скрафтить что-нибудь. Так, я сохранился. Снаружи дома бегает какой-то гопник, давай его валить, короче, он бесит. Да подожди. Так, ну и чё, она не совмещается. Ты поможешь? Да, сейчас. Где он? О, иди сюда. Добрый. Ой, меня один раз ударит, я мертвый буду. А, блядь.
Блять, он меня загасил. А как мне тебя... Так, ты меня заревайвить можешь? Нет. А, могу. Нет, не могу. Ты опять мертв. Что-то, это я что ли так сделал? Ааа, блядь, блядь, хуйня, это меня окружает, нахуй, я бы запрусил. Блин, я букву Е нажал. И чё? И она меня, короче, вернула к самолету. Ну ты там держись, подожди. Тебя подождать? Эти пидоры окружили. Здоровья, я там ничего не опал. Пидорасы. Тупые. Оба. Чё? Я поднял камень и очутился там, где я бросил эту телегу. И, короче, я теперь телегу могу привезти. Прикинь? Они что, постройки пытаются разрушить, не? Да. Есть такое. Могут и делают это. Они ж гопники. Ещё мне ссыкотно. Ты нахуй тебе? Шёл в жопу. Палка с тряпкой. И что это она даёт? Они только ночью же нападают, да? Ну, как бы, стаи. Ну, вообще, они всегда нападают. В основном, конечно, ночью, но... Оба-на. Че? Тут какой-то, короче, бродит. DIY crafting simple bomb. Для бомбы нужны монетки. Монетки можно найти на пляже. Handmade axe one rock. О, я нашел место, где умер, и подобрал все свои штуковины. А я так как так. Дурачок умер два раза, короче, я не смог ничего. Ой, а ты где? Да. Я стою на прочте. Привет. Здорово. Да я изучаю. Крафтинг. Я понял. О, может им кролика нашего предложить? Можно. Он тут снаружи бегает. Хаус-бот, приколи. Нифига себе, может сделать хаус-бот? Давай сделаем хаус-бот. Бля, как не летит. Еще одного кролика поймал. Хочу хаус-бот сделать. О, у нас уже грядка выросла. О, ты видишь вдалеке этот носовую часть? Как его? А, о, да, вижу теперь. И там с фонариками бродят уроды. Это они, что ли? Угу. На, короче, похавать и сходить туда. Слушай, действительно, я сейчас умру без хавания. А, я тоже. Без воды. Надо к воде сбегать. Выборы, выборы, кандидаты, пидоры. Так, где костер-то? Так, проблевался.
Хорошая здесь говнопроводная вода. Бля. Нет, я сейчас умру. Я сейчас умру. Ну давай. Да, я умру. Я рядом. Смотрю хоть. И что делать? Я Е нажал, короче. О, отлично. Ой, у меня я тебя вылечил. О, стой, это пидорасина, вон, смотри. Мочи ее. Мочи. Зубы. Сука. А что ей надо-то? На, пошли к... Слушай, мы уже три кролика поймали. Пошли к хвосту сходим. Ой, к... Давай, сейчас. Подожди. Скину тело. Зацени мой, ну, давай. Проект дома лодки. Он уже утонул, смотри. Это не дом лодка, это, по-моему, стационарный объект. Нет, там написано хаусбот. Ага. Хаусбот, да. Посмотрим. Так. Там пидор он. Сейчас я. Справа. Где? А, я думал, ты за мной идешь. Да-да, я иду. Я тут отвлекся. Вон в деревне. О, еще один. Надо ловушку обновить. Ой, это для них ловушка такая? Ничего. Это я поставил ловушечку. Хуя. Чтобы они тут отдыхали, короче. Ну это прям на самых дебилов рассчитано. Ну так они и есть. Они самые. Что-то кто-то бегает, вот я слышу, но я никого не вижу. Да это ты, наверное, бегаешь. Не-не-не. Задеваешь траву, и она колышется. Не-не, ну такой зап... Ну как бы... А, вот, все появился, пидор. Ты где вообще? Я рядом. Я тут в драку вступил. Я вижу, я сейчас котек. Плываю. Воу! А, это ты. Вот ты, что ты тут делаешь? Вон, тут такой звук-то около тебя, короче, бегает кто-то. Так мы идем к этому, к носу. Вот. То есть плывем. Вплавь. Я думал, мы обойдем. Вон там какой-то мусор появился. О, ладно. Водичка холодная. А, там гусек. Ты где там? Хуясь ты. Я уже у этой. А, я крюк такой взял. Ну, не крюк, точнее, не доплыл. Потому что я решил это. Тут, короче, сигнальный пистолет. Микросхемы валяются. И пилоты вылетели из кабины. Сцена. Так, я две микросхемы беру себе, две микросхемы оставляю тебе. Сейчас, погодь, у меня тут к этой десинхронизации вообще страшно идет. Так, все-таки инвентарь, он делится или он общий? По-моему, он для каждого свой. Ну, а вот эти айтемы, если я подбираю, они у тебя остаются? Вот сколько ты видишь две, этих материнских плат? Две. Их четыре штуки было здесь. Все забрал, да? Да, все. Ну тогда ладно, я вот подбираю тоже. Здесь он пистолет, видишь? Я его забрал. А я нет еще. А, может тут неко, ну как бы часть предметов делится? Точнее, как бы она и тому, и другому достается. Опа, здесь этот уродец. Я вижу. Куда он сдриснул? Пошли он, короче, вот вон туда там эти всякие. А, ты знаешь, мне это место тоже не нравится. Пошли куда-нибудь.
Нет, там... Правда, надо было там еды просто... с собой взять. Там просто раскидано все кошнево. Так, мне надо подлечиться. И нечем. Печально. О, может быть, здесь что есть? Что-то... А, это ты бегаешь. Буз. Может мне буз выпить? Похлопьем. О, животина. Да. Но быстрее бегает. Ну, я-то думал, тут больше будет всякое. Так, надо вернуться на... Ова! Чёрт! Меня сейчас убьет. Тебе будет скучно. Пидор. Классно. Что у меня эхо? Настоящий кооп. Кооп, да. Что-то эхо. Странно. Ну, как будто говоришь какой-то, не знаю, в TeamSpeak еще и в игре. Понял. Это я рацию взял. Из инвентаря рацию достал. Никуя себе. Опа, еще один чё... И еще один. Что ты, пидор? Пидор, блядь. Ненавижу вас всех нахуй. Сейчас я это вот тоже замочу. О! Убили? Фига себе. Где он? Где он? А, вон. Эх, он какой шустрый-то, а? Да, блин. Марафонский забег. Добивай, добивай. Всё, добивай. Ещё кто-то. Где? Во! О, он жрёт его уже. Ни хера себе. Оба-на, он меня убил. Сейчас, погоди. Валяюсь пока. О, все. Очень быстро реанимировал. Как настоящий мед. Я он и есть. Комфортерсов. Слушай, еще двое. Оба. Что-то они у меня хреново как-то убиваются. Ты идешь сюда? Респаунится, он еще на берегу один. Надо это согреться. Да. Кстати, когда тебе холодно, он это не набирает стамина. Да. Нелогично. Так. Чё, разжечь нельзя, что ли? О. А, интересно. Так. Ну-ка, флэр ган. Мне интересно. У меня бабло есть. Этой штукой поджигать можно. Там что-то ловушка сработала. А ты слышишь? Никого нету. Нет, они просто закрытые. Визуально.
О, на себя напеливать шкуру можно. Да? Да, и можно ее камуфлировать еще. Совмещаешь листья и эту шкуру ворона. А на мне есть шкура сейчас? На руках там должно быть. Да, есть. А, ты эту Бэмби, Бэмби шкуру. Шкуру. Так, у меня Почитать какой-то книжку. generic meat. Generic meat это что означает? Обычный мид. Это с трупа, что ли, или это Бэмби? Ладно, пускай повисит, проветрится. Опа. Зайца поймал. Ну-ка, сфотографируй меня с зайцем. Видишь? Заяц в руке есть? Как там их 12? Так, сколько у нас зайцев? Уже 4 штуки. Пойду-ка я подберу там. О, ягоды выросли. Так, надо бы мне кролика найти теперь опять. Я потерял из инвентаря. А, я горю. Воду быстрее беги. Я не могу, у меня этого стамина нет. Что-то я согрелся, у меня ни хера она не появилась. Что за херня вообще? Что-то я распачусь пойду. Устал я. Сэ, да? А, мне надо было похавать. Тогда у меня стамин появился. Обалдеть. Слушай, я наверное спать пойду. Считаю, я устал. Ну давай. Сейчас засейвимся только. Один момент. Опа.